Добрый вечер, 7 часов и 20 минут, прямой эфир телеканала ТВ5, программа «Без цензуры». Меня зовут Андрей Мамыкин. И в течение ближайшего часа наш гость – это директор департамента имущества Рижской думы Олег Буров. Добрый вечер. Добрый вечер. Директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров родился в 60-м году. Учился в Рижской медицинской школе, получил диплом Института социальной экономики. Свою карьеру начинал как помощник начальника управления акцизных товаров Леонарда Тенниса. Был кандидатом в депутаты Рижской думы от Латвии СЦЕЛЬШ. С 2001 по 2003 год был начальником управления имущества в департаменте собственности. В 2007 году исполнял обязанности директора департамента. Через год ушел с этого поста, после чего вернулся как заместитель директора. С 2010 года стал главой департамента собственности Рижской думы. В рамках онлайн-опроса я хочу спросить вас, что такое современный департамент имущества или собственности в другом переводе с латышского языка Рижской городской думы. Если вы считаете, что это самая обычная структура, работает нормально, в общем, как и должно быть в нормальной, обычной городской муниципальной структуре, то 905-01-321 – это телефон для вас. Если вы считаете, что это ни много ни мало гнездо схем и коррупции, 905-01-322 – это телефон для вас. Если вы уверены, что в команде Нила Ушакова сейчас вообще все работают на отлично, 905-01-323 – это телефон для вас. Господин Буров, позвольте вот немножко, что называется, в графу очень личное. А вы интересовались когда-либо этимологией своей фамилии Буров? Откуда она произошла? Вообще нет? Нет, нет. Не интересует жизнь предков? Ну, интересует, но я не знаю. Наверное, это мое упущение. Если у вас там есть информация, расскажите. Нет, нет, нету. Нет, я могу просить, но это очень нескромно. По Борису Унбегауну, он такой автор большой монографии «Русские фамилии». Во многих русских диалектах «мамыка» — это медведь-шатун. «Мамыкин», соответственно, притяжательное прилагательное от этого медведя. Ну, бог с ним. В известном мире мы где-то с вами родственники. Если Буров, Бурой... И, может быть, медведь-шатун. Да. Смотрите, я еще должен сказать, 6735-7431 – это телефон прямого эфира, а mamikin@tv5.lv – адрес для электронных посланий, пишите или звоните. Знаете, меня интересует ваша биография, Институт социальной экономики при Академии труда и социальных отношений. Вот в 90-е годы была такая мода, я даже развлекался, уже будучи журналистом, звонил в приемные комиссии вот таких вот институтов, где почти прямым текстом говорили: плати и не учись. Главное заплатить там 2000 долларов за курс, 3-4, ну там съездите на какой-то семинар. Очень странное название у вуза, который числится в вашем официальном CV. Что это за высшая школа была? Сокращенно она называлась ВШПД, Высшая школа профсоюзного движения. В свое время, ну, вы описали мою биографию, я раза 4 поступал в медицинский институт, не получилось, эта мечта так и осталась неосуществленной, до сих пор мне, в принципе, жаль, что я не стал врачом, и в какое-то время я начал больше заниматься комсомолом, и я понял, что, наверное, учиться на очном отделении уже, когда тебе больше 25 лет, наверное, поздно, и надо думать о заочном обучении. И тогда, как, ну, скажем, активного комсомольца, меня пригласили в Министерство здравоохранения и сказали: мы видим вашу карьеру, поступайте в высшую партийную школу. Я от этого отказался, и как один из возможных вариантов появился вариант получить экономическое образование, это высшая школа профсоюзного движения. Я поехал в Москву, поступил, сдал экзамены на отлично, потому что у меня до этого был красный диплом медучилища, поступил учиться, у них был филиал в Риге, в том здании, где сейчас гостиница «Метрополь». Я отучился, было непросто, потому что одновременно работал. Ну, название не платил, не платил, не платил, не платил, не платил, хотя сейчас, может быть, за протяжением лет уже можно было бы сказать, не платил. Не брали. А почему, наверное, название сейчас социальной экономики? В ходе этого, ну, как вы поняли, наступил. Я поступил в 89-м году, изменился строй, потерялось не только название страны, где мы все вместе жили, но и изменилось название этого вуза. Они стали Академией труда и социальных отношений, и институт начал называться Социально-экономический институт. Поэтому в дипломе у меня написано: поступил в одно, закончил в другое. Для возможных вопросов, которые могут появиться, в том числе и в прессе, я сделал запрос в наш центр. Этот диплом, наверное, как сказать, адаптирован, акцептирован и является высшим образованием, признанным в Латвийской Республике. А вам то образование сейчас помогает, работая с недвижимостью, ну хотя бы той недвижимостью, которая принадлежит городу? Школы, детские сады, образование, другое образование, да, и...
в известной мере начало работы в Рижской думе в октябре 1998 года было для меня поворотным моментом. И когда меня принимал на работу бывший мэр Юрис Риттенш, он посмотрел на мое CV, перевернул и сказал: «А что тут смотреть? Чистый лист». Я много начинал заново, но был опыт. Но вы учились все-таки еще где-то? В вузах? Я в вузах не учился. Я больше не получал образование. Я хотел и почти что начал учиться пару лет тому назад, но объем работы такой большой, что я не продолжаю сейчас учиться. То есть где начали? Пару лет назад. Нет, я думал начать учиться в магистратуре, но в данном случае я просто не в состоянии сейчас из-за работы. Объем работы очень большой, и так или иначе ты начнешь сочковать. А вы догадываетесь о том, что в сознании общества ваша фигура достаточно противоречива, особенно если почитать разные публикации? Сказать честно? ЛНТ снимет что-то одно, ТВ-3, я полагаю, что-то другое, в другом ракурсе про департамент имущества. Честно? Нет, надо разделять. Тогда вы начали вопрос с того, с противоречивости моей фигуры, закончили вопросом департамента. Я хочу отделить, противоречивость моей фигуры — это одно. Директора есть, они уходят, меняются. И светлый образ департамента имущества — это другое. Поэтому я готов ответить за себя. А образ светлый? И принять противоречивости своей фигуры на себя. Но все-таки департамент я хотел бы защитить. Я думаю, что, может быть, есть непонимание того, есть стереотипы, чем занимается, но я думаю, что... Даст Бог, вы расскажете. Выберем тему, о чем мы говорим, или противоречивость мою, вот пару, как физического лица, или про юридическое. Позвольте пару вопросов по вам лично, и потом про работу департамента. Помните, 6-7 был такой, достаточно тоже. Хорошо помню, я был помощником депутата в этом сайме. Как звали того депутата? Леонард Теннис. Это тот самый, который после американского расследования, так называемого дела Daimler-Benz, и часть этого расследования была передана в латвийский КНАП, оказался, в общем, арестованным, увезенным в тюрьму в качестве меры пресечения, а позднее выпущен. Да, я читал об этом в газетах. Вы не общались с Теннисом в это самое время? В то время, когда его арестовали? Когда началось расследование. Я с ним последний раз общался в году 98-м, когда был помощником депутата, когда закончился 6-й сейм. Потом наши дороги разошлись. Я начал сразу же после выборов работать в сейм. Начал работать начальником управления имущества, департамента имущества Рижской думы. Он, как я понимаю, ехал в Даугавпилс, и я его не видел. Потом я узнал, что он стал работать советником, штатным или внештатным, не знаю, мэра господина Бойерса. Потом он пошел работать на предприятие, которое называлось «Центральный рынок». Мои пути с ним не пересекались. То есть, по-моему, он отвечал даже за транспорт. Даже когда он был на «Центральном рынке», нет, а вы он в управлении собственности. Он мне не помогал, не мешал. Я его фактически не видел, когда был в Думе. Ну, вероятно, у него были какие-то полномочия, что потом... может быть, показала жизнь, которую они касались, которую можно было выполнять вне помещения Рижской думы. Мои пути с ним не пересекались. А что это за история была в 2003 году, когда директор департамента имущества по фамилии Зведрис едва ли не хотел вас уволить за нарушение, я так понимаю, дисциплины и неподчинение распоряжений со стороны вышестоящих должностных лиц? Было такое в 2003? Да, такое было. Хотел и не получилось. Понимаете, я не хочу сейчас говорить про директора департамента, которого назвали Зведрисом. Ситуация в следующем. Я считаю, если ты руководишь чем-то, ты должен отвечать за свои слова и за поступки. Я несу ответственность за то, что подписываю я, и я за это отвечаю. Господин Зведрис в то время... пытался меня упрекнуть в том, что он подписал договор, который был невыгоден городу. Я не хочу комментировать его просто с точки зрения этики. Будем или о бывших, или хорошо, или ничего. Я воздержусь от комментариев. Могу сказать только одно, что на самом деле в то время я
болел, я просто проходил довольно серьезное лечение. Это знали, это был в определенное время. Ну, я не хочу говорить избитые штампы, политический заказ, я не хочу. Те, кто это знают, они знают, а те, кто не знают, я думаю, это просто неинтересно. А вот в 2008 году, когда Карлис Каватс принял вас на должность заместителя директора департамента... В августе я вернулся... Я пришел на работу департамента не начальником управления, а директором департамента. И когда меня принимали на работу, я говорил господину Мамериксом, я поставил условие, чтобы меня утвердила Дума. Зная, что став, ну, вот эти две буквы «пенакум испил», то есть исполняющие обязанности, это довольно, довольно, ну, такое непрочное состояние, да, я сказал, что мое условие, я хочу быть утвержденным директором, потому что я меняю работу, я ухожу из бизнеса, в принципе. То есть вы настолько ваше слово было в том, что вы могли тогда Америксу ставить условия? Не, ну что ставить условия, не ставить условия, я высказал, что я это хочу, на что мне Андрей сказал, нет, этого сейчас пока не будет, ты работай, потом пройдет время, мы утвердим. В данном случае я согласился, и я не буду говорить, это было правильно, неправильно, я решил, все равно я всем покажу, я всем докажу, что я могу, но, наверное, в тот момент эта приставка, исполняющая обязанности, она оказалась, это для оппозиции появился, ну, в известной мере толчок, если... Позиция не утвердила, значит, тут что-то и можно давить, можно критиковать, и создалась такая ситуация. Понимаете, зачастую создается такая ситуация, ты находишься в каком-то мире. То же самое, что жить и читать только отзывы на какие-то статьи, например, в Делфи. Да, и тогда ты перестаешь понимать, а кто ты, а вообще где ты живешь, и вообще что происходит. Отзыв тогда антикоррупционной комиссии при Рижской Думе по поводу вашего приема на работу и решения Каватса? Мы сейчас говорим немножко о другом. Мы говорим про 2007 год и 2008 год в апреле. Проработав 8 месяцев, я понял, что просто все складывается так, что нужно уйти с работы. Я ушел. Через 4 месяца мне предложили вернуться, и Каватсес принял меня на работу. Замдиректора департамента, я начал работать. Да. Это было решение Каватсеса, я принял. Оппозиция, вполне нормально, это политическая борьба, возражала против этого. Ну, что я могу сказать? В данном случае это нормально. Вас не пугает такой несколько, ну, странный шлейф вокруг вашей фамилии? Вы работали долго в управлении акцизных товаров, и потом в парламенте с Леонардом Теннисом. К Теннису пришел КНАП. Посадил в тюрьму в рамках меры пресечения, впоследствии был выпущен. Я был в коммунистической партии, которую руководил Рубикс. Он тоже, по-моему, отсидел. Нет. Ну, все-таки вы сейчас немножко занимаетесь подменой понятий, господин Буров, согласитесь. Нет, я не занимаюсь подменой понятий. Ни у кого сейчас нету претензий к Рубикса за его членство в КПСС. Но к Теннису по делу о Daimler-Benz и к Каватсесу по делу Рига с нами, с которым тоже вы работали, как подчиненный. И, может быть, где-то помощник в должности заместителя. То есть вы хотите выдвинуть такую версию, что те люди, с которыми я работал, садятся? Ну, вот как-то у вас так получилось, по крайней мере, вы меня раскололи, получается, что я стукач? Нет, я их заложил? Нет. Явки провалены, Яна Чапман. Нет, подождите, ну, если серьезно. Все провалено, вас не, вы не думали об этом, оставаясь без включенных телекамер и без Мамыкина? Вот так вот вы работаете с людьми, они садятся. И, может быть, вы будете следующий. Придет КНАП в масках, с наручниками. Они очень жестко действуют. Вы знаете, КНАП, и это их и обязанность, он должен, не только может, он должен прийти к любому человеку, который нечестен, который вор, и воры, как известно, должны сидеть. Известно где. То, что касается тенниса, мы можем играть, подменять понятия. Понимаете, если я закончил работать с Леонардом Теннисом в 1998 году, будучи помощником депутата Сайма в парламенте, и мои работы были ездить, поскольку он был единственный депутат от Латгалии из города Даугавпилс, второго, по-моему, по величине города в Латвии, ездить в Даугавпилс и рассказывать, и агитировать, и представлять интересы парламента, а не только партии Сайма, с которой представлял Леонард там,
и на этом мои полномочия заканчивались, и работал я не помощником начальника, советником председателя совета по акцизным товарам, где моя роль была иллюзорная, скорее всего, на протяжении, ну, учитывая за давностью лет, я могу сказать, что это было, ну, дополнение к той минимальной зарплате помощника депутата, это была та минимальная зарплата, и моя историческая роль была в том, что, да, я в известной мере участвовал в написании алкохола саприта слыкома, закона по алкоголю, и правил кабинета министров, и это все. Я не был в этом смысле штатным работником. И в итоге потом, через 10 лет, Кавацис работал в Рига с нами. Да. И я очень надеюсь, да, что никаких дел и шлейфов за то время, пока он работал в департаменте имущества, не обнаружится. На сегодняшний момент таких, ну, каких-то дел, моментов неприятных, переняв от него обязанности директора департамента имущества, я не увидел. Я не увидел. Мне больше сказать нечего. При желании приписать, да, можно все равно что? Можно. И Бурову можно. Любому. И любому. Но, положа руку на сердце, оставаясь наедине сам с собой, вы можете сказать, что вы честный человек, и если по закону, если не политический заказ, а по закону, да, то к вам КНАП не придет, потому что повода нет. Можете так сказать о себе? Честен ли я во всем, если мы говорим и стоим как в церкви? Нет, я не беру личную жизнь. В таком плазме. Нет, в этом не только личная жизнь. Честен ли я во всем и полностью ли порядочен? Я не буду говорить, наверное, нет и уж точно нет. Естественно, мы все делаем ошибки, в которых раскаемся, не раскаемся. Я спрашивал про нарушение закона относительно департамента и только. В отношении департамента я могу сказать «да» и в отношении себя как человека, и в отношении себя как должностного лица, и в отношении, главное, процессов, те, которые происходят в департаменте. Я ждал от вас вопрос, ну, ко всему нужно быть готовым. Берете ли вы взятки? Скажите, расскажите. Ну, понимаете, на сегодняшний момент процессы в Рижской Думе организованы так, что, в принципе, нет возможности. Я не говорю желание, да, не говорю сейчас об этом, я могу говорить хочу, не хочу, это пустой разговор, да. Все процессы созданы так, и мы их сами так создаем, да, что это исключено. Есть это штампы, есть разговоры, но это больше к отзывам. В команде Ушакова за последние 3 года эта система выстроена? Или она выстроена была раньше? Вы знаете, я людям обычно зачастую, у меня получается, а так довольно часто говорю, посмотрите, какой год на календаре. Меняется время, идут года, закончилось то время, когда люди по мобильнику там двигали куда-то составы с контрабандой и прочее, прочее. Сейчас другое время. Да? Хорошо, а департамент развития города, отдела Штрамса, отдела Ениты? Да, это те дела, ну, вы сейчас ждете, чтобы я сказал, что это предыдущий созыв. Нет, да, но, по крайней мере, суд сказал, что тогда было возможно и по телефону, и в коробке. После этого стало меняться, после этого много что изменилось, Если мы говорим с вами, перейдем на, поскольку наше время ограничено, конкретные вещи, чем занимается департамент имущества, и говорим о конкретных вещах. Три вещи, о которых можно говорить, о возможном риске. Я сейчас не собираюсь вам рассказывать о предкоррупционном плане, долго и много, и речь идет о чем? Конкурсы по закупкам на строительные работы. Мы являемся большим заказчиком. Я думаю, что одним из самых больших. Второе — приватизация или АЦВИ наша на продаже. И третье — аренда. Три вопроса, где предкоррупционный риск. Берем очень быстро все три. Первое — комиссия. Я не буду говорить комиссия, которая организует все конкурсы по строительству. Я не буду сейчас говорить, что я в ней не принимаю участие, принимают участие другие люди, вы все равно скажете, он может подойти, что-то нашептать, сейчас разговор не об этом. Это открытые конкурсы в нашей комиссии, я не знаю, как в других в Рижской Думе, принимают участие 2 депутата от оппозиции и активных, господин Гаврс и господин Скуя, и насколько мне рассказывает председатель комиссии, у него никогда с ними не завызывало никаких, не было никаких противоречий, никаких инцидентов или различного голосования, они везде сидят на всех комиссиях и везде присутствуют, то есть они во всем присутствуют, да, и принимают участие. Дальше. Уже с начала века, когда я начал заниматься всеми вопросами закупок, у нас во всех комиссиях присутствуют все директора школ. Самая большая комиссия, которой в свое время я руководил, была конкурс на мини-пичи, эти футбольные поля, где принимало участие 35 человек. Из них 20 членов
35 человек директоров школы плюс остальные члены комиссии. Общее количество было 41 человек. То есть здесь все участвуют. Цена самая низкая. Нет у нас цены. То есть когда мы видим, когда дают строители предложение, гарантия на выполнение работ 38 лет, сразу понимаете, это просто так не берется. Это кто-то в комиссии написал, что это определенные пункты, определенные условия. Просто так такую гарантию никто не дает, потому что это смешно. Самые низкие цены. Предполагать, что течет не от позиции, а от оппозиции в этой конкурсной комиссии. Утечка информации, имею в виду. Вот такие вот... Утечка информации... Как бизнесмены узнают такие тонкие детали, что 38 лет было бы наиболее приемлемым для положительного... Не-не-не, вы не поняли. Конкурс, объявляются критерии. Да. Цена столько-то процентов, твой опыт, наличие у тебя, есть у тебя очки такие или нет, столько-то очков. Например, гарантия после этого столько-то. И это появляется. Это читают этот конкурс аналогом с конкурсные правила. Ага, он да, открыт. Он открытый. И поэтому ты участвуешь. То есть... Они ведут себя так, насколько мы им позволяем. У нас на протяжении уже нескольких лет, по крайней мере, когда я пришел в 2007 году работать, единственный критерий — цена. Раньше были другие критерии. Я не говорю, что мы были... Критерии были... сами медицинские издвигаясь, педавайбс, да, мы могли говорить, верим, не верим, хороший он или плохой. Нет, тогда не было коррупции. Я и сейчас на протяжении 10 лет могу сказать, но мы были субъективны. Вступлением Евросоюз это отпало. Понимаете, каждый год он дает другие условия, меняется ситуация, меняемся и мы. Сейчас вернемся к этой теме. Янис из Лимбо же звонит вам, не из Риги. Янис, слышите нас? Да. Да, здравствуйте. Долго-долго мы вас за эфиром, что называется, мучили. Вы в эфире, прошу вас, добрый вечер. Да. Знаете, наверное, надо было так интимно с вами встретиться. Ну, не хочу я тут... Есть ли у вас вопрос к господину Бурову? А, как он может чем-то торговать? Как он может чем-то торговать, когда он в 60-м году и латвийскими, и каким-то имуществами торговать? Как это возможно? Я не понимаю вас. Вопросите честно, торгуете ли вы имуществом? Можете ли вы торговать имуществом Рижской думы? В 60-м году. Я родился в 60-м году, тогда не торговали. Да? Ну, если... Можно, конечно, принять, что люди, родившиеся в 60-м году, потому что это год крысы, не могут торговать имуществом. То есть, если быстро продолжить этот разговор, вот критерии по поводу строительства. Да, зачастую ситуация в строительстве следующая. Там другая ситуация сейчас очень тяжелая. Некому работать. Сейчас нам нужно ходить фактически зачастую и объявлять конкурсы по несколько раз, потому что нет строителей. Да? Другой вопрос – приватизация. Когда я пришел в 98-м году работать в Рижскую думу, все уже было приватизировано, прихватизировано, поделено и переделено. Сейчас по закону приватизация закончилась, и только продажа в открытом аукционе, это открытые конкурсы. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы заинтересовать людей, чтобы расширить информацию для лиц, которые купят нашу недвижимость. Третий – аренда. По правилам Кабинета министров и Рижской думы, вся аренда только по конкурсу. Все конкурсы публичные. Все сдается ударом молотка. Здесь тоже критерий – цена. Если в строительстве кто ниже, то здесь кто выше. Все. Поэтому есть ли ошибка вот этот вот принцип, единственный, по сути, только низкая цена? Сентябрь 2010 года, газета «Телеграф». Работы по утеплению некоторых столичных учебных заведений, которые проводились на средства, выделенные ЕС, приходилось переделывать заново несколько раз. Цитата. «Проблема была со строителями», поясняет «Телеграфу» Олег Буров. «В некоторых школах победители конкурса на утепление зданий меняли бригады, субподрядчиков приходилось переделывать некачественно выполненную работу по несколько раз, но в итоге все школы приняты и с качеством мы довольны». Может быть, как-то можно ужесточить этот контроль? Вот они говорят, низкая цена, вот они самую низкую дают, на грани демпинга, а может быть уже и демпинг. Честно сказать, я думаю, в том конкурсе была ошибка, вы о ней не знаете, я могу сказать, в этом конкурсе довольно было много фирм, которые занимались субподрядными работами. Я сейчас вопрос в суде, где мы принимаем участие просто как персона, третья сторона? Да, как третья сторона.
там довольно большая цепочка супчиков. Это значит то, что цена-то довольно была достаточно. Супчик — это субподрядчик. Субподрядчик, да. Да, извините. После этого на протяжении нескольких лет мы пишем, что у генподрядчика может быть только один субподрядчик. Не может быть эта цепочка. Мы не можем платить деньги налогоплательщиков на то, чтобы содержать административный ресурс различных фирм. Да? Хотя, конечно говоря, ну, например, о русском театре. Его строила фирма РРЭ. Я очень доволен, я думаю, рижане видели качество работ. Да, в основном, и многие работы там выполнял субподряд. Но менеджмент, который проводила фирма РРЭ, он великолепен. А, кстати, 15 миллионов — это адекватная цена за тот объем и то качество работы, которое выполнено в театре? 16 все вместе. 15 наш, плюс еще... Да. Да, вы знаете, адекватная. Когда, будучи в Москве, я говорю об этих ценах, но у них, по-моему, еще ноль надо приписать. Ну, ладно, Москва, что же мы сравниваем-то с Москвой? Абсолютно адекватно. Это был крайне сложный объем, который был выполнен, потому что в Старой Риге за эти сроки провести эти работы, это крайне сложно. Его выполнили. А, кстати, ну, может, просто знаете или слышали, где взятки больше, в Москве или в Риге? Почитать отзывы, прочитать про моего начальника господина Америкса, понимая, что у нас большие. Когда мы слушаем о том, что происходит в Москве, и говорят 60%, мы все это слушаем и все это читаем в отзывах. Да? А у нас только 20%. Поэтому, Андрей, 20%. Еще раз, понимаете, для того, чтобы очернить, сейчас много не надо. Да? Можно сказать что угодно. У нас их нет, и нам их не нужно. Понимаете, не за что, не за что, не за что. Это, во-первых... Это опять вернуться к тому разговору, который у нас только что был до этого. Фактически мы должны доплатить, уговорить. Купите это здание, возьмите его в аренду. Да? Ситуация с точностью наоборот. Вернемся к теме Москвы сразу после короткой рекламы на канале ТВ5. Олег Буров, директор департамента имущества Рижской городской думы. Еще почти полчаса на ваших экранах. Еще раз добрый вечер. Добрый. Мы продолжаем вас спрашивать, что есть такое департамент имущества Рижской думы. 112 человек к этой секунде сказали, что обычная структура работает и работает. 294 к этому моменту, что в команде Ушакова вообще все работают на отлично. Но 31 человек уверен, что это гнездо схем и коррупции. 6735-7431, телефон прямого эфира, а mamikin@tv5.lv, адрес для электронных посланий. Вот смотрите, что вам пишет Геннадий, цитирует вас из первой части по электронке. «Я ушел из бизнеса, чтобы стать директором департамента имущества на оклад, чтобы доказать, что я умею. Вопрос, что можно доказать, занимая этот пост, кроме как не брать откаты или вдувать своим людям недвижимость?» Конец цитаты. Электронка от Геннадия. В продолжение могу сказать, вот говоря о шлейфе. «Причастный к различным скандалам, чиновник Олег Буров может возглавить столичный департамент собственности. Буров занимал этот пост в 2007-2008 году, бла-бла-бла, пишет газета «ДНС Бизнес» в те годы». Могу еще несколько таких цитат из часа, из телеграфа, из чего хотите. Почему он не верит? Не верит Геннадий, не верили тогда журналисты ДНС Бизнеса и телеграфа. Ну что, они все сидят на окладе у Мартинша Скуи, у оппозиционера, чтобы только вас грязью измазать? Или права русская пословица «нет дыма без огня»? Во-первых, у меня с Мартиншем Скуи хорошие отношения, и просто хорошие отношения, и такие фразы с его уст не звучали никогда. Я хочу сказать Геннадию и с удовольствием пригласить того 31 человека, который написали про схемы. Приходите, я охотно бы с вами поговорил на эту тему и открыт для этих разговоров. У каждого своя мотивация. Я хочу сказать не только телезрителям, главным образом, вам, Геннадий. Понимаете, если вы, Андрей, пригласили сегодня в студию с мыслью поговорить с человеком, который является чиновником, я не типичный чиновник. Мне интересно в этой работе немножко другое. Мне... Я попытаюсь объяснить, надеюсь, что меня поймут. Любимая моя домашняя работа — это мыть посуду. Сразу же видно результаты труда. Здесь, когда я прихожу в школу, ну, назовем просто этот объект школой, вижу ее состояние техническое, вижу, что я чем могу помочь,
и потом это делаю, и потом я вижу результаты работы, и самое главное, не эти утепленные стены и разукрашенный фасад, а глаза директора школы, вот это счастье. Ну, ладно. Я, может быть, сейчас выгляжу... На месте любого директора, которому 20 или 40 лет не ремонтировали здание вообще, он счастлив любому ремонту, что городская власть обратила внимание. Да, но я говорю про Геннадия, про образ, что он пошел туда, в область строительства и надзора за строительством, где всегда прилипает. Я пришел не в образ надзора за строительством, я пришел в область, в которую я пришел, в область недвижимости, в область администрирования. Мне кажется, что за эти годы я сумел создать то, что не удалось создать многим другим муниципалитетам и в европейских странах, и в той же Москве, о которой вы пообещали мне, что мы поговорим. Я думаю, что наш опыт управления недвижимостью, он очень интересен. И когда, на самом деле, я бываю в командировках или приезжают люди к нам с других городов, они очень охотно обмениваются нашим опытом. Если раньше, до того, как мы начали этим заниматься, ремонтом школы занимался директор школы. Главный врач в своем белом халате залезал на крышу и решал вопросы, что там будет. Сейчас все операции с недвижимостью, или ее обмен, или ее ремонт, или аренда, или ремонтные работы, самое главное планирование, что нам не хватало, сейчас это все в руках специалистов, профессионалов, юристов, если это судебные дела, строителей, архитекторов. У нас достаточно много профессиональных работников. В то же самое время изгнанный из департамента образования, он занимается учебным процессом, департамент благосостояния социальными и вопросами здравоохранения. В данном случае у нас эти функции, в отличие от того же, от той же Москвы, Питера и многих других городов, разделены. И в этом смысле они нам завидуют. Смотрите, по поводу обсуждения недвижимости. 12 ноября этого года коллеги с канала ТВ-3 «Ничего личного». В начале этого года все учебные заведения в Риге, сюжет был на тему, обязали заключить договор об обслуживании, охране и ремонте зданий с муниципальным предприятием «Рига-сервис». Раньше школы сами выбирали для этого частные фирмы, проводили конкурсы, а теперь, значит, это с фирмой «Рига-сервис». И для многих учебных заведений, сообщает ТВ-3, услуги оказали значительно дороже, чем услуги частников. Более того, например, детская баскетбольная школа «Рига» получила счет на 600 латов за осмотр систем коммуникации и вентиляции, который не осуществлялся. Да. Это правда? Такое бывает? У меня великая историческая возможность сказать что-то в прямом эфире. Это ваше отличие от ваших коллег НК «Персонейка». Все было сказано, только господин Пуполс не сказал, когда говорил со мной, одну часть. Это журналист ТВ-3. Да. Это по поводу шлейфа и разных нюансов. Та ситуация, которая была до этого, да, каждая школа заключала договор с частной фирмой. Но почему-то так сложилось в нашем городе, что этих фирм в основном было две. И одна фирма совершенно случайно заключила договор с 46 директорами школ. Вот одна фирма, которая потом почему-то не участвовала ни в одном нашем конкурсе. Фирма, которой мы можем сделать вывод, была создана специально для проведения таких работ. А другая фирма совершенно случайно заключила договор, разных 104 договора, с другими директорами школ. Итого больше 150 договоров было заключено с двумя фирмами. Это история, это так называемый, говоря вашими словами, шлейф предыдущих дум и предыдущих созывов. Это та вещь, которая, когда я вам сейчас хвалился, какие мы, извините, в скобках, крутые, и как мы все перераспределили, вот это была святая та корова, которую мы изменить не могли. Одновременно. Почему? За этими фирмами стояли какие-то политические силы? Нет, я не думаю, ни в коем случае, не надо. Я не верю в теорию великих заговоров, что за ними стояли там какие-то великие, не надо, чтобы за ними уж точно никакие олигархи, ни будущие, ни нынешние, ни прошлые не стояли. А сейчас вместо двух фирм одна, и она принадлежит Думе. Сейчас мы сделали следующее. Мы взяли одно еле живое предприятие самоуправления, аварийную службу земельского предместья и сделали следующее. Если кто-то на самом деле ищет виновного, я могу сказать, да, я автор этой идеи, да, это моя идея, и я в ней очень четко уверен. Просто в двух словах я хочу сказать одну вещь. Между нами, работниками Рижской думы, то ли это Ушаков и Америкс, то ли это Буров и директор департамента Хелманис, и директорами школ,
которые находятся в нашей городской собственности, являются тоже работниками Рижской думы, мы создали посредника структуры Рижской думы. Эта структура, это как бы домоуправление, оказывает все услуги, услуги школам и детским садам. Аварийка. Да. Они едут, как скорая помощь, на аварийные вызовы. И, между прочим, когда они сейчас взяли обслуживание школ, количество аварийных вызовов по сравнению с прошлым годом снизилось на 30%. Но было такое в баскетбольной школе Риги, что счет на 600 латов за работы, которые не были выполнены. Было или не было? Не было. Не было. Обалгал был счет. Канал ТВ-3. Нет, нет. Ну, не буду. Не, ради бога, я не буду говорить обалгал. Он выдвинул свою версию. Были счета, которые были неправильно выставлены, которые были отозваны обратно и не оплачены. Да? Сейчас мы как раз вот сегодня, в эти все дни занимаемся планированием всех этих работ на следующий год. Речь идет в правильном организации обслуживания. Чем чаще, чем регулярнее будут приезжать и обслуживать сети, тем меньше будет аварийных вызовов. Наша цель – аварийные вызовы снизить. В данном случае этот Рига-сервис, это предприятие работает по существу сами. Никакие частные фирмы, еще какие-то, как мы говорим, субподряды и субподряд на субподряде, там не работают. Это наши работники, работники этой фирмы, которые выезжают на аварийные вызовы, а когда у них есть свободное время, они просто не сидят и не курят, а в это время ездят и чинят мелкие ремонтные работы. Директор школы Рига сказал, не приходил никто проводить осмотр вентиляции. А счет на 600 латов получили? Еще раз. Мы говорили с этим директором школы. Мы встречались на прошлой неделе. Да? Вентиляцию к ним приходили, делали. И если мы будем сравнивать, и если мы будем сравнивать их предыдущие счета, они были гораздо выше. Естественно, есть людей много, люди разные. Приходят, кто-то приходит в школу. Кто-то может что-то написать так в больше. Не войдешь. Даже меня, папу, не пускают иной раз полицейские правильно к сыну, потому правильно что там контрольно-пропускной режим. Сидите, они приходят с мандатом, Рига-сервис, не только с гаечным ключом, и боясь гаечных ключ их не пускают. Они приходят с удостоверениями, все. Эту систему можно говорить, критиковать. Естественно, там есть ошибки. Это новая система, которая работает. Но сама суть ее, то, что я сказал, домоуправление для обслуживания не частных, да, а наших систем. Потому что не нравится это руководство, мы можем его убрать. Мы поставим туда других людей. Мы, ну, руководство Рижской думы. Хорошо, но вы так и не сказали. Вранье это про 600 латов или правда сказано это в этом? Я могу сказать одно. Не было совершенно ответственно. Вот это я могу гарантировать 100%. Вот я гарантирую 100%, что не было выставлено счетов за то, что люди фактически не обходили. Люди получали счета за фактически выполненную работу. Тамара из Риги звонит по телефону. Тамара, добрый вам вечер. Прошу вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей, у меня вопрос, я не знаю, попаду ли я в вашу тему. Но я дозвонилась. Помогите мне восстановить справедливость. У меня отобрали гараж, построенный лично, а не городской, и выставили на аукцион и продали. То есть в 2010 году умер у меня муж скоропостижно, в 2011 выставили его на аукцион и купил его хозяин земли. А кто продал? Наш дом и гараж стоял, оказывается, на земле хозяйской. А кто был инициатором аукциона, на котором ваш гараж, принадлежащий самоуправлению, я так понимаю, был продан или приватизирован? Дело в том, что наш гараж не был занесен в земельную книгу. Вот, это наш большой минус. А землю, которая, ну, хозяйка... А земля принадлежит частнику, я понимаю вас, Тамара. Нет, купил новый хозяин. Да. Хозяин именно вот... Слушайте прямо сейчас короткий комментарий господина Бурова про историю о вашем гараже. Если на самом... Давайте так, запишите мой телефон мобильный. Подождите, вы сейчас будете говорить мобильный телефон? Да. Я хочу вас предостеречь. Запишите, пожалуйста, у меня два. Один оплачивает жена, другой Рижская дума. Да, запишите, пожалуйста, мой мобильный телефон 266-45-32. Мобильный телефон, пожалуйста. 266-45-222. 266-45-222. До 11 вечера. Покойный Леонид Леонидович Курдюмов как-то тоже дал свой мобильник. Звонили трое суток, не переставая, и в 3 ночи. И в 6 утра. Поэтому, ну, в общем, вы приняли такое решение. Давайте один вопрос про Москву. Курдюмов один из самых мной уважаемых политиков. Про Москву. Были дни Риги в Москве, которые прошли, по отзывам и москвичей, и рижан, довольно хорошо. Согласен. Но я обратил внимание, что была официальная делегация, в которой вы не были.
Нет, я был официальной. Вас не было в официальной делегации, такую информацию дала Анна Кононова. И мы это дали табличкой, когда был Ушаков на последнем эфире здесь. Но вы все равно поехали. Почему вы поехали, не будучи в официальной делегации? Если Ушаков говорит, что у Рижской думы сейчас нет имущественных интересов в Москве. Я был в официальной делегации, другое дело, что... Ладно, не будем спорить, я не буду обижен на Анну Кононову, просто эту поездку оплатил департамент имущества. Я могу сказать, что на самом деле мне было очень приятно, что мои коллеги, которые отвечают за культуру, очень удачно организовали эти культура, дни. Культура, бог с ним. Непосредственно, что, чем занимался я. Да? Меня просил наш представитель в Москве, Ивет СРС, организовать дискуссию о деревянной архитектуре. И такую мы организовали, и я в ней принимал участие, и дискутировал, и говорил о недвижимости. Это было первое официальное мероприятие, в которое был. Потом я представлял Рижскую думу на презентации книги Колбергса о недвижимости. Там тоже активно мы дискутировали, говорили, я агитировал. Следующее. У нас хорошие постоянные отношения с моими коллегами с департамента имущества. И хорошо, этот взаимный опыт нам очень нужен. Вы поехали за счет департамента имущества. Да, было вы бы странно, чтобы я ехал за другой счет. Ну, нет, есть люди и политики, и журналисты, которые вне связи с прямыми служебными обязанностями едут даже на свои. Да? Это не ваш случай в данном случае, мы это уточнили. Хорошо. А вы сами себе подписали командировку? То есть получается так, если департамент... Нет, подписал мой начальник. А кто у вас начальник? Рекуемс, распоряжение командировки подписал мой начальник. А мой работодатель, господин Ушаков. А вы знаете, что Ушаков про вас написано, думает? В котором написано, что за деньги департамента. Да-да, хорошо. А вы знаете, что он думает про вас? Что говорил в эфире? Что говорит в эфире... Не знаю, но что думать, я не подхожу и не говорю, господин начальник, а что вы обо мне думаете? Тогда мы вам сейчас представим эту уникальную возможность послушать прямую речь Ушакова об Олеге Бурове. Я смотрю на тех людей, с которыми я сейчас работаю. С кем-то я начал работать, придя в Думу, потому что они уже работали в Думе, по конкретным результатам того, что они делают со мной. Вот конкретно находясь в моей команде. У меня нету вопросов к Бурову, вообще никаких. По поводу того, каким образом сейчас у нас происходит программа реновации школ. Если кто-то может найти лучшего специалиста в данный момент, который лучше бы знал бы в ситуации в каждой школе, если вы возьмете Бурова, если он вдруг по каким-то причинам придет к вам на интервью, я не буду помогать ему прийти или буду мешать, не буду мешать ему прийти, но если вы придете сюда Буров, он ответит вам на любую школу, если вы спросите наугад, что, в каком состоянии находится спортивный зал, в каком состоянии находится кухня, в каком состоянии находится в этой школе крыша, и прилегающие к нему территории. То есть он, то, что он сейчас делает, делает хорошо. У меня к нему нет вопросов. Вы должны назвать любое название школы, чтобы я ответил. Да? Нет, я вам задам другой вопрос. Время от Надежды Громовой. Да. Скажите, господин Буров, какая у вас зарплата? На какие деньги вы построили дом в Гарцемсе с бассейном? Сколько квадратных метров ваша квартира в Риге? И чего вы боитесь, если все это имущество записано на имя своей жены? Я, честно говоря, готовясь к этому интервью, земельную книгу не проверял. Но если данные Надежды верные, то вы, может быть, могли бы ответить. Зарплата, дом в Гарцемсе с бассейном есть? Зарплата, как и у директора любого департамента. Директора департамента, это первое. Второе, дом в Гарцемсе есть, который я купил... Я закончу. Который я купил много лет назад и перестроил. Бассейна нет, увы, для ребенка. Есть два унитаза и, извините, беды. И две душевые кабины. Вы можете назвать размер своей зарплаты? Размер своей зарплаты я могу назвать, это 1700 латов, кроме того... Это как называется, на руки, как в народе говорят, или брутто зарплата, а на руки получаете еще меньше? Не-не-не, получается меньше, но есть какие-то еще доплаты за участие в комиссии. Вы знаете, у меня не только недвижимостью, но и всеми платежами и приходом зарплаты руководит жена, да, и интернет-банком. На которую недвижимость... Написано, как говорит Надежда. Да, у меня, ну, в этом же не секрет, можно открыть декларацию в виде и увидеть состояние недвижимости. Ну, все, есть еще
все, больше нет. Все, квартира. Да. Человек с ником ЗКС написал: прозрачность и улучшение работы Рижской думы связаны с появлением Ушакова. Сейчас действительно стало труднее химичить, а в 90-е годы за подписание договоров аренды на Румбулю платились взятки, и это почему-то тогда связывали. А вот написали с Буровым, написал человек с ЗКС. Ну, могу сказать, я не буду говорить, связаны, не связывали. У департамента имущества исторически не было ни одного договора по Румбуле. Эти договора были исторически у Латгальского предместья. Буквально полторы-две минуты, потому что пора уже заканчивать, мы совсем близимся к финишу. В общем, произошло вопиющее событие по части недвижимости. Соседний дом упал на Рижскую хоральную синагогу на Пейтова. Грубо говоря, так. Неправда. Но, может быть, кому-то и хотелось бы. Не получилось. Не упал. И даже ни кирпича, ни пылинка не свалилась на улицу Пейтова. Мой вопрос связан с другим. Развалин очень много. И правда в том, что нынешний состав Думы начал хотя бы их как-то классифицировать, сносить, договариваться с владельцами по добру или по плохому, приводить их в порядок. Это делает наш департамент. Да. Где решение проблемы, если недвижимость вам, городу, не принадлежит? Она принадлежит частнику, но частник плевать хотел на его состояние, и кирпичи, может быть, упадут на голову прохожим. Андрей, это тема отдельной передачи. Когда я прихожу в прямой эфир Балткома, мне постоянно мы сбиваемся и говорим только о развалинах. Это тема отдельной передачи. Придете еще раз, только по развалины, без бассейна и взяток. Без бассейна и взяток кому вам? Вообще. Без темы. Без вообще. Я готов прийти со шлейфом о развалинах говорить, потому что это очень важная, серьезная тема для нашего города. На уровне «да-нет». Есть у города рычаги влияния на частников, когда они не хотят заниматься ремонтом, благоустройством своего частного недвижимого владения? Недостаточно. Чего вам не хватает? В 2011 году приведено 7 домов, в этом году, в 2012, 60 домов или снесли сами, или заставили снести. Занимаемся как с маленькими детьми, уговариваем. Зачастую это кажется как борьба с ветряными мельницами. Очень трудно. Причина – несовершенство законодательства. Причина в том, что только 6% принадлежит городу, остальная – частная собственность. Последний момент. То, что, о чем я сейчас все время начинаю говорить. Для Риги, в отличие от других городов, очень характерно следующее. На первом этаже происходит предпринимательская деятельность, все этажи стоят пустые. Возьмем дом, например, на Матиса и Бревибас напротив Идзумского рынка. Вот таких очень много. Да? Причины надо анализировать, смотреть. Действия, в двух словах, кнут и пряник. Больше штрафовать, спасибо. Больше стимулировать. Спасибо. Сегодня вам только пряник. Спасибо за час этого эфира и ответ на не самые легкие, может быть, вопросы в вашей жизни. Это Олег Буров, директор департамента собственности Рижской думы. Весь этот час был на наших экранах. Благодарю всех, кто писал, звонил, участвовал в онлайн-опросе. А в понедельник в следующей программе «Без цензуры» в прямом эфире ТВ5 писатель-сатирик Михаил Задорнов. Встречайте.